с утра мне только водку. Ну как художник, ну как ты такой? С шашлыков начались, с тяжелой пищи. А, подожди, выходные. Сейчас же 23, 24, 25, 26, все выходные. Кстати сказать, а многие-то тоже слиняли из таких вроде надежных, таких вроде, я не знаю, посмотри, Галкин там бегали, где-то там выбирали. А что, камера включена? А мы тут болтаем. Стоп, какая камера? Вы так не записываете? Нет. Себя изобразили, да? Да-да, а вот это я и себя изобразил. Вот это мой. Очень это, вот, похоже, наверное, да. Я очень рад вас видеть. Да, Синтарев, да. Я очень рад. Да, мы же... Иван Дмитриевич. Ну, мы же с вами общались. Конечно, да. Раздевайтесь. Я очень рад. Я начал говорить о своих работах. Я вам повторю, потому что... Сейчас, вот, я не буду садиться. Да-да-да, вот сюда, да, разденьтесь. Вот один человек стоит, можем сказать, многих. Кому это интересно, триптих, блокада. Дети блокадного Ленинграда, триптих. И вот это... Это, значит, палаты, где перевозят. Я там даже себя нарисовал. Вот видите, похоже, да? А? Себя. Это круг тех, кто это пережил. Понимаете, это незнакомый. А это на улице, Максима Горького. Там у вас свой дом был. Там мой от завода. Там же кругом такие огромные... Не маленький домик, он всего на одну семью, как бы так. Ну это заводской дом был. Он там последний. Это самые последние работы. Они относятся. Дело в том, что так как я все-таки неравнодушен к тому, что сейчас происходит, у меня Людмила из Луганска сама. И мы, когда свадьба была, когда ездил туда еще, женихом еще на Украину, в Луганск. То я с такими, ну, с людьми, с тестем, он меня возил в шахту. То есть я людей тех видел, с ними общался. И оказалось, что некоторые-то из них стали фашистами, а некоторые-то из них пошли воевать, то есть раскололось общество, да? И эти мои же родственники, да? Сидят под бомбами,
Уже стреляют. И Перевальск, и Алчевск, я вот смотрю по телевизору. И они звонят. Я снаряды. Соседний дом разбомбили. Этот. Вы понимаете, это уже прямо коснулось меня. А это репортаж из Грозного называется. И вот что превращается в комнаты Лизы. А это полк, бессмертный полк. Здесь. О, здравствуйте. Проходите. Ага. Ну вот, а это уже однополчане. Это вот я. Это встреча. Встреча однополчан. Я долго тоже работал тут. В любом городе, в любом месте есть место поклонения ветеранов. Меня сейчас волнует, чтобы вы не забыли, что это интервью написал. Да. Ну, а у нас, еще... у нас уже коллекция музея вашей работы есть. А вы скажите про вот центральную. Это я написал Пегаса. Пегас. Абстракция ближе. Это символизм. Это символизм, да. Но у вас же очень хорошая работа, абстракция. Главное, чтобы человек, который вот смотрит на это, или израненный, это вот такой вот, вот такой вот конь. Прошедший войну, да? Ну да, может быть, из полымя. С балкона его видно все, и залив, и видно весь поселок. Я всех вижу с балкона, я все вижу. Совета Федерации, сенаторов, да, Миронова, они, да, губернатора Ленинградской области Сердюкова. Можно спросить про ту картину, которая за углом? А, это вот. А это, когда это разорванные путы. Да, да. Это, так сказать, тоже обобщенные. Такие освободимся от цепей. Помните, даже гимны всякие были, да? Разорвем цепи. Все. Вот. Тоже в цели уничтожена. Цель уничтожена. Цель уничтожена. То есть это тоже в теме войны. Все это пламенеет, все это само состояние взрыва, ну, как бы, это и абстракция, и в то же время вот время-то такое, что видишь каждый день вот по телевизору, что там творится. Удар нанесен, удар попал в цель. Вот. Ничего себе! Да ладно, нет, вы тогда... Все. Нет, вы тогда давайте садитесь. У нас же тоже сейчас чай будет. Пойдем, идем. Есть у тебя журнал для... А, да, сейчас я принесу. Давай, посмотрим. Что? Давайте. Очень хорошо отражена тема войны. За два года две выставки уже у нас проходят. У нас очереди стоят. А вы понимаете, делом доказывают. Тут надо сделать постоянно. Знаешь, вот так вот. Вот два знаю. Не спит, да? Да, да. Ну, это так хорошо становится. За рулем потом. Да, да, да. Печень, да, да. Возраст уже скажет, Микрота, там, ну ладно. Ну, о чем, как работает?